Хейо, Гэй, Сумиш, Мики, мы продолжаем пройти тюрьму под названием Неверсонг. И это у нас четвертая серия. Мы на кладбище, я взорвал здесь камешек, если вы помните. В последней серии. Секретный штаб тайн... Кажется, это лагерь шайки Пинок под зад. Изучить. Птица, роллы, газировка, телек. Панки и его банда умеют развлекаться. Что стало с этой музыкой? Ужас. А слова? Дай-ка мне послушать. Почему ты бросил меня ради него? Он такой придурок. Ненавижу его выдержку. Я ненавижу тебя. Приятель. Да, эта музыка выше всех похвал. Да. Так, мне нужно что-то взрывное. Что-то, походу, я сюда нужно было мне прийти, да? Так, а могу я? А я могу. Чувак, похоже, Панки и его шайка со всеми шутили. Разыскивается. Тупица Пит, Рен и Гамбойса. Жесть. А это обычный камень или же это тоже, что требуется взорвать? Здесь на самом деле все нужно взорвать, потому что это может быть, знаете, мне нужный предмет, но я просто его не вижу, потому что он темный. Он затемнен, понимаете? Привет, Пит. Это Рен. Ты не мог бы перезвонить мне? Интересно, зачем мне Мурза было? Вот это довольно странный момент с Мурзой. Типа он как бы есть и как бы его нет. Я хочу набить себе татуировку в честь дня рождения. Татуировку чего? С твоей задницы. Что? И в каком же месте? О, я хочу тату своей задницы на своей заднице. Жесть. Круто. Да, это круто. Меня не предупредили. Блин, меня эти насекомые бесят. Потому что они самонаправляющие снаряды херячат. Да-да-да, и как я деда достану, чел. Ага. Попался. Ах ты ж, ё-моё. Я на попрыгунчике застрял. Ну смотрите, мне еще нужно одну звезду, чтобы... Чтобы что? Правильно, получить еще одну жизнь.
Он вас просто, если зачем сюда пошел? Тут камень есть с золотым ободками. Камешек с золотыми ободками. Понимаете? 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 Хотя я сюда могу вернуться, когда получу рогатку. Точно. Точно ведь. Хотя если мне сейчас ее дадут, я сразу ее активирую. Мне нужно где-то гранаты найти. Может, я найду ручные маленькие гранаты? Ого. 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 Это тяжко. Уф, сначала накатывает шторм, а теперь эти сумасшедшие взрослые. Чего нам еще ждать? Точно. А, у меня хп не восстанавливается. Как мне нужно было от него уворачиваться? Ни хрена себе. Нет, это на самом деле сложновато уже будет. Они очень живучие. Посмотрим. А, вон откуда он пришел. Ну, как бы заперто изнутри, но тут как бы выбито, нет. До свидания. Хотя бы он за тобой не бежит. Какие-то тут все стали помешанные. Куда все подевались? Ну, тут загрелся. Там в вазе что-то есть. И как я пополнил себе хп? Мне интересно, что в вазе. Ваза светится только когда что-то в ней есть. Окей. Так, по идее, могу что-то взорвать. Двери. Как вариант. Плиту могу взорвать, как вариант. Нет. Давайте попробуем плиту взорвать. Или же я могу с собой ее взять. Ну, плита, походу, для чего-то. Давайте с собой возьму. Куда бы я ее отнес? Happy Universe. BBDEA. ББДЕ.
Базукаборд. Снизу от руки написано прозвище Рен. Катайся на жестких поверхностях. Интересно. А давайте, блин, это сейчас он оживет, да, тот челик? Фу, не жил. Вот его башка валяется. Для чего-то нужна взрывчатка по-любому. Нет. Но зато я знаю, куда скейтборд можно использовать. Ладно, лучше я быстрее добегу сам. Так, ну здесь мне нужен зонтик. На крыше, кажется, что-то светилось. Или показалось. Ну, факт остается фактом, что здесь что-то сейчас будет. Мы победили двух. Двух взрослых. А подождите, пока я еще не использую скейтборд, я смотрю, там еще есть ящики. Ничего себе. Ну смотрите, этот хотя бы не дамажит тебе за прикосновение. А я так не могу достать. А если я сначала карты полечу? Типа отсюда. Вот так вот. О боже, к тебе придем, птичка. Мой папаша сам нарвался. Ой-ой. Я вызываю полицию. Посмотри, вон там висит. Чувак, это жесть. Да я шучу, я его поймал, потому что он пытался вырвать мои лопатки. На полном серьезе, братуха. Ясно. Он вел себя как взбешенный зомби. Но хочешь на чистую? Теперь, когда он крепко связан, мне полегчало. И это не прикольно. А ну, с одной стороны, блядь, он хотел убить. Ясно. Либо он склеит... либо он слетел с катушек, либо точно стал зомби. Не в курсе. Естественно, ты не в курсе. Ты же на 10 месяцев младше меня. Я старше, у меня больше мудростей и волос на заднице. Точно. Короче, теперь, когда он у меня не достает, я могу вдохнуть спокойно. Ладно, пока. Кто это? Мой папа... Папашка же... Уголь. Целый день. Из-за этого мою бабуля начала кашлять. Целый день. Он все время ноет. Хочет, чтобы я снова жег уголь, чтобы она покашляла. И что мне теперь делать? Ты можешь это сделать? Могу ли я подключить питание? Думаю, да. Я самый старший в семье, поэтому отец оставил это дело мне. Потрясно. Я не говорил, что сделаю это. Я сказал, что могу, тупица. Мне достал кашель моей дурацкой бабки.
Ничто не заставит меня подключить питание. Но, пожалуйста, ничто на матушке Земле не заставит меня включить питание. Хотя ради нескольких кислых карамелек я мог бы пойти тебе на услугу. Навстречу. Ладно. Короче, мне нужны какие-то конфеты. По ТВ идет любимое шоу Сканки. Помехи. Бабушка, что стало? Что-то застряло у меня в горле. Помоги, помоги мне откашляться. Дым может заставить меня чихнуть. Все понятно? Окей, и как я достану эти карамельки? Как вариант, я могу в дом влезть, в который были открыты дома. Потому что больше я ничего такого не вижу, куда я могу пойти. Но это, походу, очередной босс. Ну, начнем с того, что мне нужно включить как-то дым, аппарат дыма. Карамельки могут быть в закрытых домах типа, хотя там дырка в пол двери. Вы так говорите легко, блядь, найди карамельки. А где я вам найду вам эти карамели? Найди карамельки. Может, карамельки в той вазе, блядь, ваза все еще светится, замечу. Не, он все-таки легкий, как враг. Искать конфеты, где искать? Ладно, как вариант, погнали к нам в дом, посмотрим, у нас еще в доме. Но я больше вообще не знаю, где можно будет найти. Попробую найти конфеты. А что мы получили? Подождите, вообще. Сейчас на меня мужик здесь нападет. Yeah!
Мне все равно остается вопрос, что мне делать. Точно, я схожу к нашему другу сюда и спрошу, нет ли у него конфет. По идее, у него должны быть конфеты. По идее. Замечу, я говорю. Из них даже деньги не падают. Пит! Что это было? Ага, нихера. Стоп, а что мне делать тогда? Походу, навряд ли ребят мне нужно сюда. А если все искать в той локации, откуда я пришел, где я там найду конфеты, блядь? Это максимально странно. Хотя я могу по два удара делать. Нужно конфеты где-то здесь искать. Надо переспросить у него, что там мне нужно найти. Но я точно видел, он сказал, нужно две конфеты. И где я их буду искать? Вон, дверь открыта, а закрыта изнутри. Можешь в вазе, ну блин, нахера ваза тогда светится? Ваза просто так бы не светилась. Ну хотя мы там уже карточку нашли. Понимаете, в чем дело? Вазу мы уже нашли. Есть как вариант, вот бомба, но для чего мне она нужна? То есть, может на плиту, на плитку поставить? Давайте попробую. Поставим на плиту, я типа ударю, чтобы подбросить. И посмотрим. То, что у нас как бы время, у нас просто беготня. Да? Вуди, они е просрочены. Я к ним не притронусь. Так, вижу, они просрочены. Я к ним не притронусь. И чё? Вуди. А что? Что это за язык непонятный? Я к ним не притронусь, а как мне их тогда взять? Типа бита и добить я их тоже не могу.
Что-то я понять не могу немножко. Ну хотя бы мы разобрались, где нужно конфеты найти. Кислые. Так, ну тут по-любому зонтик, тут без зонтика никак. Что я должен найти? Странно. А у меня никаких предметов нету, да? My daddy had it coming for him. Look at him hanging up there. Lol, I'm just acted like a crazy zombie. Either he's lost his mind. Of course you don't know. Anyways, now that he's out of my hair, my pops ran the. She won't stop whining. What? Can I turn on the power? Yeah. I didn't say I would. I said I can. Nothing on God's green earth will convince me to turn on the power. Although, хотя ради нескольких кислых карамелек я бы мог пойти тебе навстречу. My daddy had, look at him. Lol, acted like a crazy. Either he's lost his. Of course. Anyways, now that he's out of my hair, I can fuck my pops. She won't. Can I turn? I didn't say I would. Я конфеты нашел, он их не берет. Он просто не берет конфеты эти. Я могу сюда идти? Я думал, она мне путь прикрывает. Я думал, она мне путь преграждает. Привет, Пит. Я наверху. Привет. Персон. Я везде тебя искал. Полезай сюда. Мне нужно кое-что тебе показать. Только я должен прошептать это на ухо. Потому что вообще-то мне очень стыдно. Окей. Найс, найс. Сколько времени было потрачено? Просто сколько было убито времени. И ведь вы все это время сидели, ждали битвы с боссом. Я понимаю, мне должны все равно что-то дать, чтобы я тупо добрал те конфеты. Мне нужно плюс это все взорвать дело. Мне по-любому это взорвать. Проход я себе сделал. Ага. Я
теперь здесь. Привет. Значит, слушай. Не уверен, что смогу это произнести. Я не виноват, я просто испугался только и всего. Что? Было... не было. Я все лето крал карамельки из барбалишопа Сканки. Сказал, что изрежет мое лицо на куски, если я этого не сделаю. Разумеется, мне очень стыдно, но в конце концов моя вина поможет тебе. Видишь ли, Скинка сделал почти все ради карамелек. Даже включит электропитание. Отлично. К сожалению, на прошлой неделе мне пришлось спрятать их от родителей, и я закопал. Надеюсь, они еще свежие. Но это все, что я мог сказать. Не хочу отправляться за решетку за то, что я соврал такое страшное преступление. Окей, где ты их спрятал? Давайте мы эти карамельки, я... Ладно, давайте уже в этой серии все сделаем. Ага. Там кто-то в чашке купается. Ладно, походу мне сюда пока что рановато. Ух ты ж, ё-моё. Наверх. Все, я понял. Бац, 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 бац. Ага. Зараза. Как мне бы так запрыгнуть? Только так. Нужно максимально, максимально. Ладно, успел. Окей, там что-то лежит. Осторожно, здесь панки. Это я, панки. Привет, панки. У меня сегодня нюха. Ты видел, что мне подарили сканки? Это детский развивающий компьютер. Что? Развивающий компьютер. Это такая штуковина, где ты тянешь рычаг, а он издает звуки животных. Я ее обожаю. Круто. Если хочешь, я дам тебе в него поиграть. Только обещай, что не сломаешь. Ладно? Он такой классный. Прекрасный. Я даже научил своих животных в... водопорной башне отвечать на какие-то звуки. Больше всего им нравится мяуканье котенка. Круто? Да, точно. Мне это подарил мой брат Сканки. Ну, это же его новое имя.
Что ты имеешь в виду? Сканки не всегда называли сканки. Все в красном ветре немного сбиты с толку, особенно по почте, на почте. Они продолжают звать его Колин, правда? Да, и честно говоря, меня это бесит. Я первым придумал сменить имя, а теперь все зовут Сканки меня. Нет, я Панки. Короче, ладно. Во всяком случае, теперь у тебя есть развивающийся компьютер. Пожалуйста, пока... Пожалуйста, пожалуйста, играй с ним очень осторожно. Не сломай его. Не сломай. Ладно, давайте... Развивающий компьютер Панки. Тупость какая-то. Хватай его. Ты можешь стукнуть его так по рукоятке, и он будет издавать звуки животных. Клево. Я сказал, бери его. Ладно, давайте тогда, я думаю, мы с вами на этом закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.